Господи, слава Тебе. Боже, благодарим Тебя. Аллилуйя, аминь. Аминь. Так, выйдет сюда Кирилл, Нестор, Степа. Иди Халамия рядом. Вы знаете, что случилось. За Степой второе прегрешение очень большое. Первое, проник на кухню, когда никого не было. И взял, как он говорит, воры никогда не говорят своровал. Все говорят взял. То есть и терминология, и все уже нехорошее. Магнит, он там ждет тебя. Потом возьмешь. Второе, сегодня была жалоба, что он ухватил Тимофея за нос. Тимоша, выйди сюда. Скажи, было такое? Да, было. Было. Причина какая была к этому? Никакая. Ты ожидал, что он так сделает? Нет. Тебе сейчас больно, нет? Сейчас уже прошло. Все, прошло, остановись. Это вообще сверх всякого. У нас не было, за нос хватать не было. Я говорю, у нас был однажды один мальчик. Привезли его пожилые, похоже, дед с бабкой. Сухонький, вот такого роста примерно, ну вот такой вот пацаненок. А у меня были старообрядцы. И Илья старший, Рома меньший, правильно? Угу. Ну и он кого здесь залучил? Ты Илью или Ино? Вот здесь. И вот в этом келе днем подкараулил, что-то попросился туда, и там его начал душить. Это щекотило настоящее-то. Мы сразу срочно позвонили в Барнаул и тут же приехали, его забрали. Его связывать надо, сдавать. Вот мне это напоминает. Родители верующие, там я не знал, оба. И он ухватил, привел его домой. Родителей дома нету. Ну, бабку, детку собрал, там, дядю, сестру. То есть он, я не один. Я говорю, теперь рассказал ситуацию, расскажи, как это было. И он что ссылается? Понятно, здесь он молчал. Объяснений никакого. А там он моей сестре, Валентине Тихоновне, говорит при всех, что Кирилл делал так же с Нестором, хватал его за нос, и я так же сделал. Я их обоих допросил, сейчас при вас допрашиваю. Кирилл, ты делал такое? Нет. Делал? Нет. Ну, все? Можно? Подозреваемый, и за кем этого не было? Подожди пока. Не было. Вопросов даже и задавать больше судья не будет. Не было. Свидетели были того, что он так делал? Я была. Ну, давай. Дело было так. Подойди ближе. Дело Чего? Было так. Мы набрали воды в ведра и стояли, ждали дядю Никиту и дядю Виталия. И в это время мальчики стали играть в игру. Тебе нужны ухо, например, нужна нога. Нужна нога? А что это за игра такая? Ну, Бог сотворил. Это вообще что-то безумие какое-то. Это не игра никакая. Такой игры не было. Никто это не знал. Нужна ли? Да? Ты этот вопрос задать. Ты сам, который задаешь вопрос, ты вообще нужен на земле или нет? Ты вопрос задай такой. И Кирилл не скручивал мне этот нос, он просто брал вот так вот, держал просто и все. Ну ладно, вот уже повод подан. Видите, как выявляется все это дело? Нет. Я говорю, не прикасаться друг к другу, особенно к девочкам. Это сокровище неприкасаемое, даже пальцем нельзя задевать. И где они спят, сели напротив, проходить нельзя. Вы хорошо слышали? Да. Не нарушайте, не напарывайтесь. А то в конце будет, как этот музыкант сказал, говорит, ты сам напросился, козел. Да. Вот такое услышишь. Когда Сталину сообщили о смерти Гитлера, Сталин сказал, да игрался, подлец. Так это идет. Это игра была масонская. Да. Так, зачем ты на них сказал, что они так делали? Ты обманул всех. Еще добавил ложь, а ложь, всякая ложь от сатаны. Дьявол лжец, отец лжи. Никто никого не крутил. С чего ты решил крутить? Придет отец, разберется с тобой. Я тебя там поучил, так скажем. Я поблагодарил, что его отдали нам в лагерь. Посетовал, что отдали поздно. Такое из него идет. Попросил, чтобы ни под каким видом не причащался. Ты должен быть под епитимьёю. Минимум года 3. Я батюшке все расскажу еще. И вот я заметил интересных... Это наблюдения мои. Ну вот, выйди туда некуда. Посмотрите на девочку. Я не буду ничего говорить. Она поворачивается перед вами. Поворачивается с другой стороной. Так. Смотрите на нее. Ну, корточку сними в руках, подержи ее.
нас Леонида, день ангела был. Иди сюда. Подойди. Так, стой. Поверни сюда. Посмотрите на него со всех сторон. Поворачивайся вокруг. Ну, что можете сказать о них? Ну, неужели не видно, какие они? Что дальше будет? Такое. Да это, говорит, на выставку только, или, как говорят, там какие-то конкурсы устраивают где-то. И характер мягкий, и ни одного замечания нет. Я уж не беру Ливию, там просто кричащая, красивая, талантливая. И ни одного замечания. Я стал замечать следующее, станьте строить. Не то, что я других не унижаю, просто, ну, показать. Она и Агния красавица, там все это. Вот. И бывает у человека какой-то изъян. Бывает косой там или как-то. Ну, в детстве было. Бывает, ну, родился таким, он не виноват. Но Господь говорит, еще в чреве матери были двойняшки. Исав и Иаков. Ну, сегодня называют Маша, Соня. И никто не знал, какие они будут. А Бог говорит, теперь нам открыто. Исава я возненавидел, а Якова возлюбил. Господи, так они еще не родились. Исав будет воинственный, косматый. Женщины любят, грудь волосатая у моего мужа, он герой такой. Но мужчина отличается чем? Мужественностью. Женщина красотой, статью своей. И здесь вот определенно. Кто там? Приходи сюда. Лиза. Лиза, ну ходи сюда. Тетя Люба тоже. А? Тетя Люба пришла. Ну иди сюда. Подойдите поближе сюда. Так. Ну, я заметил, если у человека бывает физический недостаток какой-то. Тихо. Я имею в виду маленький, родился там что-то. В дальнейшем он не может быть таким, как другие. В армию его не берут. Вот сейчас в армию не берут, откосил называется. Этих слов тогда не было. Если в армию не берут, это считался бракованный. Меня и девушки будут браковать. И мы даже глаз плохо видит, а второй глаз маленько приоткрою, чтобы увидите, что в армию взяли. Но у меня не было, у меня близкие люди были. Где они, не зашли, что ли? На кухню пошли. А зачем? Ну, не слышали меня, что я зову? Скужались. Три раза сказал, ни один не извинулся. Догнать и вернуть. Ну что такое безразличие? Стоит рядом. Вот это слышал, они могли не слышать это дело. Они пошли, тебя нужды нету. Вот это твое безразличие убийственное просто. Совершенно стороннее. Ты же родился когда-то таким-то не был. Внешних недостатков нет, в армии служил. Так, Люба, подойди сюда. А где Лиза? А пойдет теперь. А то управляющий такой. Он 10 раз будет бегать. А что там? Рыбу везут. А почем не узнал? Беги заново. Рыбу по 5 копеек. А теперь пенька нужна, нет? Он вот так вот только будет бегать. Почему? Мозги совершенно не развиты. Вот этот человек очень сильно провинился. Вы соседи, прошу наблюдать. Он схватил мальчика, сегодня за нос и крутил. Вот это слабое, это, если свернет, всю жизнь будет плохо дышать и прочее. Я его отвел сейчас, родителей дома нету, там они его накажут. Вы обратите особое внимание. Своровал, залез на кухню, то есть ни за кем такого нету. А это уже преступник. Уже преступник по статьям, которые идут. Малолетство-то показывает, что наклонность к этому есть. Окружить его особым вниманием. Ни под каким видом к причастию не допускать. Он будет бешеным совершенно. Но человек, бывает там косоглазый какой-то, или у него одного уха нету. Ну, бывает такое родиться. Это уже знак какой-то. Если тебя, как говорится, бортует в жизни, ну девушка с недостатком. Явно дело, что пес кинулся, схватил ее, лицо едва отобрали. Она вот такая красивая девушка. Но отец-то когда узнал, я этого хозяина встречу, и прям в студии стоит, я все равно тебя зарежу. Ты дочь мою уродом взял, она может замуж не выйти. Она красавица была, пес, пускает собаку непривязную. Бывает это такое, но бывает рождается, и вот этот недостаток какой-то, он показывает на будущую жизнь. Мягкий характер, красивая, она красивая, у ней другое. Даже мы не знаем, что за этим скрыто.
знатоки, которые нюхают. Дали понюхать нижнее белье. Красивой, некрасивой женщины не сразу определили. Вообще, даже не слыхал такого. Как это может быть? Оказывается, это накладывает отпечаток на одежду. Почему Писание говорит, что не прикасайся к одежде, ибо она сквернена плотью. Так он делал грех в другой одежде. Тебе не надо рассуждать. Вся одежда, к которой он прикасается. У нас был такой, в общем, замечен. Ему сказано в кочегарке раздеваться. Понятно, какие девицы у нас растут. И характер у них такой, самый такой, ни нарушений нет, ничего нигде нету. Тебе нужно особенно внимательно. Ты можешь взять только добротою. Девушка, у которой недостаток, она должна другую, красивую, превысить добротою. Вниманием, нежностью. И она этих красавиц оставит позади себя. Понятно? Самое главное, доброта ваша. Любовь к ближним, к сестрам, к братьям. Ты понял, что я тебе говорю? Да. Он пришел и сказал, за нос ухватил. А я, говорит, видел, Кирилл так делал с этим, с Нестором. Поэтому я сделал. А когда я пришел, собрал, ничего этого не было. Они просто играли. Никакой игры подобной не было. Он просто задел. А этот начал выворачивать нос. Он тому самому маленькому. Я говорю, а ты сделай это Андрею. Ну-ка подойди, Андрей. Бери его за нос. Все. Да Андрей тебе руку вывернет, ты без руки будешь совершенно. Он самый сильный по возрасту. Он гимнастикой занимается, борьбой, ползать. Он разведчик растет настоящий. Он будет, может, служить особой армией у президента. Встаньте на место. Так, мы уходим на работу, работаем рядом здесь. Благодарю, Люба. Ты любишь детишек, понаблюдай всегда. Я не один раз замечал, в прошлом году он пришел, мы делали соревнования, у кого длиннее это будет кора, не разорванная. И один сделал сколько, 4 метра, что ли, снял, кору нигде не прервал. Шкурил когда-то. А этот появился здесь, ее порвал, сразу сел и поехал. Зашел в шалаш, что-то отломил, пошел. А то, Степа, было в прошлом году такое, я спрашиваю? Да. Ты не забыл? У тебя железки во рту. Ты напоришься на свое. Ошибешься, к Андрею подойдешь, он тебя долбанет по зубам, ты будешь их глотать неделю. У меня был такой один, молчал. Сережа, ты помнишь, был? Краснов. Ага, Краснов. Случай был такой. Плов был. А готовила Нина Александровна Жолмирова. Ну, когда поели, вылезли из-за стола, он проходит мимо, и они дежурные обедают и смотрят. Она голову подняла, он проходит, смотрит. Тебе, может, Сережа, не хватило? Сядешь, поешь. Сяду. Она его наложила чашку, он ест. А в это время двое из баптистов, чуть-чуть православных, не играют нигде, все. Все они вот такие вот, как два маленьких Кощея были. Один проходит, ну, видимо, тоже обжора, как этот. Что он сказал в прошлый раз, обозвал? Идиот. Идиот. Получил по зубам? Все, он машет голову. Понятливый парень-то. Обжора. Прошел, а этот сидит, ест, доел, обтерся, пошел, тот сидит, он как, звезданул ему. Я сразу ударил в колокол, Сережа я наказал, конечно, но вы попадетесь на... Он завтра на те, которые я бедненькие, это, ну, такие вот ядовитые, это, они попались завтра, теперь я им всыпал по полной программе. Вот здесь куется человек. Ну-ка давайте проскандируем. Внимательно, слушайте. Как начинается? Россия должна встать. А? Россия должна встать. Давайте. Россия должна встать. Россия — это мы. Мы должны это оправдать, это сложно. Всем внимательно помогать Стёпе стать другим. Играть можно с ним. Подсказывать, какие красавицы смотрят. Твоего возраста, Стёпа. Подойди сюда. Посмотри, как они на тебя глядят. Закрылись ладошками даже. От тебя, наверное, сияние идет, как от Моисея. Становись. Все, с Богом. Мы уходим. Ура! Давайте, живите дружно, никто никого даже пальцем не трогает. Пошли играть. Давайте на работу.